Там уже удочку, наверное, Самяра утащил вообще на тот берег. Там червь такой знатный, капец. Пахучий. Серьезно, я как проткнул крючком, запах пошел, капец. Аж самому захотелось его схавать. Так иди схавай. Ну а я бы выпуск снял. Каких у нас проблем нет? Все у нас нормально. Ой, класс. Вкусненько, легенько тут. Пойду пару вверх обдюня. Пока запекаю, запекается. О, дружбан пришел. Решик, ты хорошая собака, привет. Ты уходишь от меня? Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Старая песенка на этом озере. Кормишь в одном месте, клюет в другом. Девчата на матрасе плавают. Голи. Голи девчата бегают по хате пьяни. Голи девчата в хате моей хате. О, так там девки на матрасе с мужиком. Вдвоем на одного. Ё-моё, что творится? Капец. Притопило и тянет, тянет. Есть. Опа. Верховодка. Рыбалка в стиле лайт. Ой, солнце такое, капец. Извините, буду в очках. Сильно солнце лупит. На улице жарко, плюс 30 у нас. Даже больше. Краснопер вот такой плавает. Прям наверх выходит и пух падает на воду. И он прям к этому пуху. Думаешь, может, еда какая. А, это когда снимал это выпуски про дятлов и когда забыл опарыша с собой взять, да? Ну, сегодня молодец, забыл новую камеру. Там про дятлов, про белую горячку, что там еще было? Семи надо вернуться. Чего? Английский. Все часы английский. Ну сейчас венца выпьем, пойдем английским заниматься. Кто-то орет, кого-то режут. А иногда когда хочется просто половить рыбки, так можно верховодку постебать. Проклевывай. Пока мяско жарится, то можно половить немножко. Попался.
Я помню, мы как-то с сыном пошли, поехали с родственниками там, туда-сюда, и, короче, это... 2 килограмма верховодки настипали. Так, ЕПРСТ, мы ее когда нажарили, так... Ты шо? Какая красота была вообще. А что там, блин, запекается? Он уже жирок начал капать. Все отлично, процесс зайдет, контора пишет. Хоть бы они, ну, не могли сделать желтый вот этот индикатор. Да, летом так. Летом, когда солнце светит, вообще ничего не видно. Включился он, не включился. Не пойми что. Сходила бы хоть пару верховодок поймал. Клюет же. Водка очень вкусная. Я люблю верховодку. Клюет. Никак не утащит. Крупняк. Такой дикий, что, блин, поплавок утопить не в состоянии. Ужас. Страшно за удочку держаться. Как дернет, так и руку вырвет. Вместе с удочкой. Опа-на, сход. Это, блин, такая крупненькая была. С ладошкой. Зараза. Упустил. Значит, не судьба. Сейчас клев начнется. Будет тушена. Дружбан. Да? Дружбан? Ах ты мой дружба. Ну да, крючок там. А мне лень. На тупых крючках всегда сходит. Хорошо тому, у кого есть бутылка вина. И плохо тому, у кого ее нет. Мне кажется, в нужное время. Были времена особо дерзких на Троещине, знаешь как. Быстренько в чувство приводили. Каждый, прежде чем что-то сказать, сначала думал, потом говорил. В 90-е можно было, знаешь, как отхватить. Да и сейчас. Да и сейчас будет. За гнилой базар. Чувак, он этот самый, Миша с Белой Церкви рассказывал. Говорит, слышишь? Короче, ну, 90-е, какая-то кафешка, короче, бухаловка, все. Один такой, и сидят бандюки, бухают. И, короче, этот самый чувак такой, что-то подпил уже хорошенько. И такой, что-то подваливает. Типа, огоньку не найдется. Типа, а он такой, 5 баксов. Ну, типа, зажигал. Он такой, давай, короче, взял зажигалку, прикурил, отдал. Пошел. Все, уже бар закрывается, короче. Все, давай на лыха, а не сюда иди. А что такое? 5 баксов. Не понял, подожди. Мы тебе сказали цену? Сказали. Ты согласился? Согласился. Ты вещь использовал? Использовал. А не деньги. Все. Короче, пришлось отдать 5 баксов. Потому что они бы просто тупо бы там убили бы и все бы в комбайсе. Не надо. Тут, кстати, я вон кидаю, глубина все больше. Да сколько ж тут? А там с вымостки даже ступеньки в воду идут. Я этот штырек ставил под удочку. Капец, у меня штырь 1.5 метра раскладывается. Так он вот так из воды торчит. Это потому прямо что, возле берега. Потому что это земснаряд. И главное, что я начал, ну, я же закормился, думал, ну, поставить на точку этот самый крючок. Начал углубляться вниз, а там трава, ковер из травы. То есть смысла нету даже, наверное, и кормить. Так вот поверху посыпать, чтобы верховодка собрала. Там уже удочку, наверное, Самяра утащил вообще на тот берег. Там червь такой знатный, капец. Пахучий. Серьезно, я как проткнул крючком, запах пошел, капец. Аж самому захотелось его схавать. Так иди схавай.
Ну, а я бы выпуск снял с тещей на рыбалке. Вообще, 1 000 000 просмотров было бы. Пусть смотрят, где спонтанки вообще, блин. На той рыбалке. Да не, я же не китаец. Червями питаться. Почему? Они очень даже питательные. Да, там много белка, понятно. Сплошная мышца. Да что дома торчать сидеть? Жопу, блин, пердеть в диван эту. Вот так стоит. Вот так стоит. На свежем воздухе. Пукнуло, оно уж развеялось. Червяка снял? Сними червя по цепи опарыша. Группа в полосатых купальниках с буйками. Психи.